Родственники жертв терактов 11 сентября все-таки смогут подавать в суды на власти Саудовской Аравии. Американский конгресс подавляющим большинством голосов преодолел вето, которое на соответствующий законопроект наложил Барак Обама. Президент США объяснял его интересами безопасности. Прецедент даст возможность и другим странам предъявлять иски к американским военным. К тому же отношения США с Саудовской Аравией и так переживают не лучший период. Рияд уже пригрозил продать все свои американские активы, а это 750 миллиардов долларов. Но конгрессмены рассудили по-своему. Пострадавшие от атаки на ВТЦ, большинство исполнителей, которые выходцы из Саудовской Аравии, имеют право на справедливость. Президентское вето законодатели обошли впервые за 8 лет, которые Обама находится у власти.